Духовая печь Ханса с функцией гриль всего за 139 990 тенге. Плюс варочная панель в подарок. Сулпак. Обходитесь без лишних трат. Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб «Эталон меха» тебя ждут новогодние подарки, а также скидка на любую норковую шубку 100 тысяч тенге. Наш адрес — кинотеатр «Локомотив». Мыңдаған сәндіде жылы тондаршынен, нағыз армандағаныңда «Эталон меха» үлбір тонда жәрменкесінен табасың. Сені жаңа жылдық сыйлықтар, сондай-ақ кез келген құндыстонға 100 000 тенгелік жеңілдік күтіп тұр. Біздің мекен жайымыз «Локомотив кинотеатр». Гололедица и снегопад в эти дни осложнили ситуацию на дорогах. Аварии дорполовцы регистрируют часто. Некоторые автомобилисты с трудом выбираются из занесенных сугробами дворов, местами пробки. Нажимайте адрес и справку. В здании Народной канцелярии открылся цифровой ЦОН. Получить госуслуги теперь можно самостоятельно, без участия оператора. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Асель Арыстангалиева. Гололедица и снегопад в эти дни серьезно осложнили ситуацию на дорогах. Аварии дорполовцы регистрируют часто. Некоторые автомобилисты с трудом выбираются из занесенных сугробами дворов, местами пробки. Тем временем представители ответственных служб сегодня провели брифинг, на котором отчитались о работе, которую они проводят в эти дни на дорогах. Небольшие, но все же сугробы и небольшой хаос на дорогах. В Актобе снег идет второй день, снегопад с небольшими перерывами шел и ночью. Кое-где он продолжается и сейчас. На улицах скользко. Коммунальщики называют ситуацию тяжелой, но не критической. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Уборочная техника выехала на городские улицы с начала снегопада. Дорожная полиция говорят, что не все еще поменяли летнюю резину на зимнюю. За пределами города на трассах ухудшилась видимость. В Актюбинской области на трассах уже начали работать мобильные пункты обогрева, чтобы водители, которых стихия застигла в пути, могли остановиться и перекусить, попить горячего чаю. Местными исполнительными органами и владельцами автодорог подготовлено 140 пунктов обогрева. Около 11 из них – это передвижные, которые будут задействованы в те проблемные участки, в которых будет необходимость. Завезено свыше 14,5 тысяч тонн инертных материалов. Имеется месячный запас топлива 26 тысяч тонн. Это и бензин, и зимнее топливо, и летнее. Всего к реагированию на чрезвычайные ситуации зимнего периода приведены в готовность силы и средства 37 формирований гражданской защиты, которые насчитывают около 3000 человек и 800 единиц техники. На сегодняшний день общая протяженность дорог в регионе составляет почти 7 тысяч километров. Большую часть дорог республиканского значения обслуживает АО «КазАвтодор». Предприятие официально готово к непрерывной работе в зимний период. Подготовлена техника. К тому же в настоящее время устанавливаются искусственные снегозадерживающие устройства. Они появятся на участках трех автодорог: Донское-Бадамша, Актобе-Орск, Актобе-Болгарка, Шубар-Кудук и Покровка-Тимир-Кинкияк-Эмба. Общая протяженность снегозадержателей составит 12 тысяч метров. Более эффективным является снегозадерживающее устройство. Имеются это железобетонные, и сейчас на местных дорогах областного значения мы применяем более дешевый вариант, ну, таких больших денег нет, поэтому более из деревянных конструкций. Они съемные, сейчас снег упал, мы его поставим. Они будут работать до конца зимы, весной снимаются обратно. Капризам природы в нашей области противостоят различные ТОО.
Ими закуплено достаточное количество топлива и инертных материалов. Но спасатели предупреждают, снега этой зимой будет немало, а значит, каждому водителю стоит позаботиться о своей безопасности прежде всего самому. Ведь, как показывает практика, регулярное отчисление налогов за транспорт еще не гарантирует ответственное отношение ксюбинских дорожных служб в целом к ситуации на дорогах. Спецтехника кайда, коммунальная служба кайда. Мынау не мынау? Машина жүрө алмай атыр. Лизат Сакиева, Мирлан Аманжолов, программа «Факт». Теперь в Актобе абсолютно все государственные услуги можно получить самостоятельно, без участия операторов. Сегодня в здании Народной канцелярии открылся цифровой ЦОН. Это фронт-офис госкорпорации правительства для граждан. Нажимайте адрес на справку. На себя или на ребенка? На супругу, на себя. На себя, вот. Подтвердить. Стоять в очереди и диктовать личные данные оператору теперь нет необходимости. На каждом компьютере установлен IT-консультант, который дает подсказки. Адресную справку, справку о недвижимости, несудимости и все остальные документы теперь можно получить с помощью электронно-цифровой подписи или одноразового пароля, всего лишь сев за компьютер. 15 минут и необходимые документы уже готовы. Ждать по несколько дней не придется. Цифровой центр самообслуживания – это фронт-офис государственной корпорации правительства для граждан, где жители могут получать все электронные услуги самостоятельно, без участия живых операторов. Также планируется все государственные услуги в цифровом центре автоматизировать. На данный момент наблюдается снижение всех электронных государственных услуг через ЦОНы, так как уже за 2018 год было, через зоны самообслуживания были получены около миллиона услуг. Каждый час для тех, кто не силен в компьютерах, проводится обучение. Все желающие могут посмотреть и поучиться. Это делается для того, чтобы граждане имели возможность повысить свой уровень цифровой грамотности. За сегодняшний день 400 актюбинцев протестировали новый порядок оформления и получения госуслуг. В течение года в Актюбинской области наблюдалось снижение количества обращений в ЦОН. А связано это с тем, что граждане получают услуги самостоятельно посредством портала электронного правительства. За 2018 год в секторах самообслуживания получено более полумиллиона услуг самостоятельно. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Амира Таутенова, Жаслан Джубаев, программа «Факт». Сирийская армия вошла в город Манбинш, который был оплотом курдских формирований на севере страны. В Генштабе вооруженных сил заявили, что полностью контролируют этот район. Над городом поднят флаг Сирийской Арабской Республики. Правительственные войска были введены в Манбинш после того, как курдские отряды самообороны призвали Дамаск защитить покинутые ими районы от угрозы турецкого вторжения. Баланс сил изменился после объявления о начале вывода из Сирии американских войск. США поддерживали курдов как партнеров по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». После заявления Вашингтона Анкара сообщила о желании как можно скорее начать операцию против террористов, к которым Турция относит курдские формирования. О других новостях страны и мира смотрите в следующей подборке. Власти Индонезии на время закрыли все пляжные курорты в провинции Банте на острове Ява. Спасатели продолжают искать погибших после удара цунами, а коммунальные службы восстанавливают разрушенную инфраструктуру. Кроме того, в Зонском проливе все еще высока вероятность новых бедствий из-за активности вулкана Кракатау. Накануне авиакомпаниям пришлось менять маршруты в районе Огненной горы. Установили 5-километровую зону отчуждения. Мощное цунами обрушилось на Индонезию на прошлой неделе. Погибли более 400 человек. И 1500 пострадали. В пресс-службе Крымского пограничного управления ФСБ рассказали, что на севере Крыма, в районе Перекопского перешейка, закончены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.
В управлении рассказали, инженерные сооружения состоят из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, различными системами телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизионная аппаратура для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости. Адвокаты Джохара Царнаева, приговоренного к смертной казни за теракт на бостонском марафоне, попросили изменить приговор. По мнению адвокатов, судебное разбирательство по делу Царнаева не было беспристрастным, поскольку председательствующий судья отказался перенести дело из города, в котором произошел теракт, в котором погибли трое и были ранены более 260 человек. По их словам, о теракте и о Царнаеве постоянно писала пресса, в результате чего у присяжных сложилось стойкое предвзятое отношение к подсудимому. Президенты Казахстана и Кыргызстана Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков во время телефонного разговора обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба главы государства. Лидеры стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. В ходе беседы главы государств обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, говорится в сообщении Аккорды. Перспективы двустороннего сотрудничества президент Казахстана обсудил также с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Первый контейнерный поезд с японскими грузами отправился в Европу через Казахстан, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «Казахстан тяжелый». Через территорию Казахстана в Европу отправлен первый контейнерный поезд с грузами японской компании, сообщили в КТЖ. Нацкомпании уточнили, что поезд с грузами японской компании, консолидированных в Китае, начал свой путь 20 декабря. Отправка международного контейнерного поезда организована АО «КТЗ Экспресс» из китайского города Сиань транзитом через территорию Казахстана с перегрузом в сухом порту Харгос Восточные ворота, следуя до станции назначения в город Дуйсбург, Германия. Контейнерный поезд в составе 41 контейнера преодолеет расстояние более 10 тысяч километров, уточнили в пресс-службе. Сразу после рекламы вы увидите. Сегодня Ильяс Испанов поздравил с наступающим Новым годом журналистов и самых активных членов партии «Нур Отан». Торжественное награждение прошло в филиале партии власти. Новогоднее мероприятие для воспитанников Центра социальной адаптации молодежи МИИРМ прошло сегодня с участием Акима области. Участникам встречи подарили книги. Превратить свое увлечение в доходное дело. В Актобе в эти дни проходит ярмарка рукоделия, которая разместилась на коммунальном рынке Табыс. Хорошо видеть и прекрасно выглядеть вам поможет салон «Дива-Оптика». Новые модели оправ и солнцезащитных очков. Низкие цены. Проверка зрения и работа мастера бесплатно. Все это возможно с салоном «Дива-Оптика». Аналогтық және цифрлық телевидение арасындағы айырмашылығын көріңіз. Алма ТВ цифрлық телевидениесіне ауысыңызда, қосымша төлемсіз цифрлық приставкамен максималды топтаманы алыңыз. Немесе, барынша айқын көрсететін телевидение топтамасын 720 сағат көрі мүмкіндігіне ие болыңыз. HD телевидение әлеміне толықтай беріліп тамашалаңыз. Покупайте лотерейные билеты «Телебинго». Смотрите, играйте и выигрывайте каждую субботу с 22 декабря. Подробности на сайте sjuldis.kz. Я, бұл мен, Марат Омар. Сіздер менің әндерімен өскесіздер. Ал жинағы ақшам өсу үшін мен турбо депозитті аштым. Несі бар екен? Ең жоғарғы мөлшерлеме. Салымдар мемлекетпен сақтандырылған. Пайыздар күн кезеді. Банкке де барудың қажет жоқ. Жинақ ақшаларды онлайн арқылы басқарам. Сенімді, тиімді, ыңғайлы. Еуразиялық банк ұсынған турбо депозит. Ал кеттік селфи.
Сегодня аким города Ильяс Испанов поздравил с наступающим Новым годом журналистов и самых активных членов партии «Нур Отан». Торжественное награждение участников встречи состоялось на итоговом заседании Политбюро Актюбинского филиала партии власти. Завершается год, на пороге стоит 2019-й, время подводить итоги и планировать будущее. Как правило, именно в эти дни все стараются оценить проделанную работу, поблагодарить соратников за содействие и участие, отметить лучших и наметить новые задачи. В атмосфере предстоящего праздника сегодня в здании партии «Нур Отан» состоялась встреча с акимом города Ильясом Испановым. Мы с уверенностью следуем курсу нашего президента. Как известно, в своем послании этого года он уделил особое внимание социальному благосостоянию казахстанцев. Акимат города эти задачи выполняет в полном объеме. Все социальные объекты, социально направленные работы находятся под нашим контролем. Надеюсь, что благодаря вашей помощи все задуманное будет реализовано, жизнь актюбинцев станет лучше, успешнее и благополучней. Для этого нужно стараться всем. Градоначальник пожелал всем присутствующим дальнейших успехов в трудовой и общественной деятельности и отметил тех, кто уже добился определенных результатов на этом пути. Медалью за активное участие в партийной деятельности была сегодня награждена секретарь городского маслихата Сулпан Шинтасова. Кроме того, 12 самых активных членов первичных организаций партии «Нур Отан» сегодня были отмечены грамотами за подписью акима города. В числе награжденных оказались также и представители местных и республиканских СМИ. Наград удостоились и сотрудники службы информации нашей телекомпании. В общей сложности 29 человек сегодня получили благодарность от местных исполнительных органов за добросовестный труд на своих рабочих местах, активное участие в экономической, политической и социальной жизни города. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Новогоднее мероприятие для воспитанников Центра социальной адаптации молодежи МИИРМ прошло сегодня с участием акима области. Более 100 выпускникам детских домов и людей с ограниченными возможностями от 16 до 29 лет подарили книги, которые воспитанники попросили сами. Актовый зал Центра социальной адаптации молодежи МИИРМ сегодня превратился в зал торжеств благодаря стараниям самих воспитанников и администрации центра. Для молодых людей от 16 до 29 лет накрыли стол. Поздравить их пришли аким области Бердыбек Сапарбаев, секретарь областного маслихата, руководитель управления молодежи и молодежного крыла партии «Нур Отан». А с праздничной программой выступили ученики школы искусства имени Казангапа. Здесь созданы условия, все, что вы чувствовали, что здесь был уют, комфорт, как у себя дома. Конечно, государство, оно обязано в первую очередь заботиться о тех людей, которые нуждаются в социальной поддержке, которые остались без родителей, но без поддержки. И вот этот центр выполняет вот эту самую главную миссию. И наша задача, чтобы у нас стараться, чтобы таких детей, чтобы у нас было поменьше. Уже какие-то результаты есть. Мы одним из первых в Казахстане закрыли Алгынский детский дом. Сейчас Центр социальной адаптации молодежи обеспечивает крышей над головой 102 выпускников детских домов, интернатов и людей с ограниченными возможностями. Многие из них учатся в колледжах, вузах и работают. Для трудовой реабилитации жителей центра функционируют производственные площадки, швейные и сапожные цеха, салон красоты, в которых постояльцы центра получают необходимый опыт и зарабатывают. Так как проживать в центре можно только определенное время, 97 молодых людей стоят в очереди на получение жилья, а 16 в этом году уже получили свои квартиры. Мы тоже, как и все, подводим итоги года. Вот сегодня встречаемся. Спасибо всем, кто пришел сегодня, выделил для нас время. Спасибо исполнительной власти, которая заботится о нас. Вот мы, нам помогает очень все, практически все городские предприятия города являются нашими патронатными предприятиями. То есть оказывают помощь детям, делают вклады, целевые вклады на приобретение жилья. Вот мы на сегодня купили таким образом уже 58 квартир. Вот. Ребята кредитуются, стабильно работают, создают свои семьи. Жители центра любят читать, поэтому от имени акима области всем им подарили книгу Уолтера Айзексона «Стив Джобс». В свою очередь воспитанники поблагодарили гостей за прекрасные праздники и вручили торт собственного приготовления.
От имени всей молодежи нашего центра я хочу поблагодарить за эту встречу, за такой прекрасный праздник, который для нас вы сделали. В нашем центре мы чувствуем ежедневную поддержку и понимание окружающих. Наш коллектив делает все, чтобы мы стали настоящими людьми. Также мы чувствуем заботу нашего государства. Мы знаем, что вы, Габриэль Машбекович, волнуете за нас, переживаете и поддерживаете нас. Помимо прочих ваших государственных дел, мы у вас на особом месте. И мы знаем, что наша жизнь вам не безразлична. Амира Таутенова, Мирлан Аманжолов, программа «Факт». Актюбинские предприниматели совместно с руководством города организовали новогоднюю елку для детей-сирот и инвалидов. В утреннике приняли участие 150 детей. За счет средств бизнесменов юным актюбинцам были вручены сладкие подарки, а также проведена увлекательная концертная программа. Для детей сегодня была организована сказочная новогодняя программа. Дети в костюмах персонажей, мультфильмов и сказок водили хороводы вокруг елочки, распевая новогодние песни, а аниматоры развлекали их интересными и веселыми конкурсами и сценками. Мы ежегодно оказываем помощь. В прошлом году оказали помощь благодарному сельскому округу. В этом году, значит, уже район Алматы, и наша заправка, одна из заправок находится в этом районе, поэтому мы всегда оказываем помощь детям, детям-сиротам, инвалидам ежегодно. Это уже вошло в практику нашего предприятия. Каждый из предпринимателей-организаторов вложил в общий фонд подарков около 100 тысяч тенге. Всего в Актобе в декабре было проведено около 1000 утренников. На них были приглашены свыше 5000 детей, а также сирот, лишенных опекунов, из малообеспеченных семей, дети с ограниченными физическими возможностями. В районе Алматы акиматом были также организованы утренники в Курайлинском, Доме культуры «Геолог» и средней школе номер 8. В них приняли участие и получили подарки более 600 детей. Сегодня у нас продолжение новогодних утренников. Алматинский район города Актюбе проводит на 150 детей мероприятие. Это категория, которой нуждаются дети, инвалиды, семьи многодетных, малообеспеченных семей. Я хочу сказать, что в городе Актюбе прошло около 1000 утренников, где был охват около 5000 детей. Даже те дети, которые нуждаются в домашнем, дома находятся, этим детям мы обеспечиваем подарками. С детским Дед Мороз приходит к ним в гости и дарит им подарки. Львиную долю средств на такие благотворительные новогодние утренники были собраны местными бизнесменами. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Поверить в новогоднее чудо помогли актюбинским детям работники ТНК «Казхром». Сегодня гостями «Елки желаний» стали более 50 участников из многодетных семей, а также те, где воспитываются дети с особыми потребностями. В Дом культуры металлургов получили приглашение дети разных возрастов, чьи родители работают на актюбинском заводе ферросплавов и в других подразделениях транснациональной компании «Казхром». Кроме того, по просьбе заводчан городской акимат расширил этот список за счет детей-инвалидов и многодетных семей. Несколько лет назад идея устраивать для таких детишек елку желаний появилась на Аксузском заводе ферросплавов. Теперь уже в нескольких городах страны работники «Казхрома» помогают Деду Морозу исполнять заветные мечты, о которых дети пишут ему в письмах. Мы 27 детей выбрали, детей-инвалидов с нашего завода, где требуется социальная помощь. И около 25 тоже попросили областное руководство предоставить список людей, которым мы можем помочь. Знаете, много было же просьб подарить планшеты, телефоны, машины, но понравилось одно письмо, которое просило одно только, чтобы я был здоровым, один ребенок. Мы прочитали ее и решили как бы собственный подарок сделать. Эти ребята с самого рождения познали трудности борьбы с различными заболеваниями. Многие перенесли сложные операции, нуждаются в реабилитации. Но, как и все дети, они ждут праздника и чудесной встречи с Дедом Морозом, который может выполнить их желание. Я сама с детского дома сирота. У меня дети в этом году перенесли две сложные операции, поставили на инвалидность. Дети мечтали о планшете. Спасибо доброму Деду Морозу, который осуществил желание моих деток. Многим неравнодушным людям спасибо. Игрушки, тренажеры, планшеты, практически все, о чем просили ребята, сегодня они получили из рук Деда Мороза и представителей ТНК «Казхром». Огромное количество идет благотворительных акций по всей области. Огромное количество детей, прежде всего взрослых,
не обделено вниманием перед Новым годом для поднятия настроения. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность ТНК «Косром» за то, что они сами на свои средства организовали сегодняшнюю елку и исполняют «Елка желаний». Эту акцию мне хотелось бы, чтобы крупные предприятия, которые могут, вот такую поддержали. Это говорит о единении духа наших людей, наших жителей, нашей страны. Это самое главное и самое важное, потому что, когда мы едины духом, то мы очень многих вещей можем достичь. Все подарки для «Елки желаний» были приобретены на средства, собранные самими работниками предприятия. И радость от этого новогоднего праздника стала взаимной. Марина Васильева, Алексей Уразов, специально для программы «Факт». В Актобе в эти дни проходит ярмарка рукоделия, которая разместилась на коммунальном рынке Табыс. Ее участниками стали мастера прикладного искусства и горожане, превратившие свое увлечение в доходное дело. В предпраздничные дни новогодние организована ярмарка ремесленников, где горожане, жители города Актобе могут приобрести подарки, сделанные своими руками. Представлены изделия, поделки в национальном стиле, поделки, которые символизируют будущий год, сувениры, украшения. Приобрести подарки к Новому году и украшения ручной работы смогут жители и гости Актобе по приемлемым ценам. Мероприятие проводится при содействии Палаты предпринимателей Актюбинской области. Ярмарка продажи открылась накануне и продлится до 29 декабря включительно. Художники, ювелиры, прикладники выставляют на продажу свои авторские изделия, которые смогут украсить новогодний интерьер любого помещения или же стать незабываемым подарком для коллег и родных. На днях мини-футбольная команда «Актобе» вернулась с розыгрыша Кубка РК по футзалу, который проходил с 17 по 21 декабря в Щучинске. Пройдя предварительный раунд, красно-белые в полуфинале встретились с неоднократным чемпионом страны и обладателем Кубка – алматинским «Кайратом». Основное время матча закончилось в ничью, а вот в серии пенальти точнее оказались актюбинцы. Победили наши земляки и в финале, впервые в истории став чемпионами страны. Перед Кубком мы играли две игры с «Кайратом», к сожалению, мы проиграли, но если взять первую игру 2-3, когда мы проиграли, то есть мы даже ничьи там не заслуживали, мы должны были их обыграть. И я бы не сказал, там у нас и ЖТСУ игра, и ЖПС, то есть в чем для нас, да, мы были чуть как бы не в тех условиях, то что мы играли с «Кайратом», это третья игра, а финал четвертая. Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз стал лучшим спортсменом Европы по версии журналистов, сообщает РАР. В Варшаве подвели итоги ежегодного голосования агентства, в котором приняли участие сотрудники спортивных редакций различных европейских изданий. Джокович стал победителем, набрав 145 баллов. На втором месте рейтинга расположился обладатель золотого мяча, хорватский футболист Лука Модрич с результатом в 132 балла. А третьим стал британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, получивший 114 очков. Сербский спортсмен уже становился победителем голосования РАР в 2011 и в 2015 годах. В декабре вместе с румынкой Симоной Халеп он также был признан лучшим теннисистом года по версии ITF. Джокович завоевал эту награду в шестой раз. О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. Стиральная машина LG с загрузкой на 6,5 килограмм по праздничной цене. Всего за 129 990 тенге. Плюс подарок на 15 тысяч. Сулпак. Обходитесь без лишних трат. Диван диваныш салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстері мен 50%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван диваныш салоны Султан Сауда. Ждешь под Новый год?
Новый год чудес, отправляйся в зимний лес. Ресторан «Зимний сад» представляет новогоднюю шоу-программу для вашей компании. Вас ждет волшебный праздничный вечер, снегопад номеров, конкурсов и подарков, а также много других улетных сюрпризов. Опередите конкурентов. Закажите прямо сейчас лучший Новый год для вас и ваших друзей. Звоните 960-960. Ресторан «Зимний сад». Мы ждем вас. Знание Ақтөбе оқу орталығы, бухгалтерлік есеп, компьютер, аспаздық, сұлулық күтімі, жұмысшы және техникалық мамандықтар бойынша қысқа мерзімді курстарға шақырады. Тез арада жаңа мамандық иесі атануыңызға болады. Оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламаларының 40-қа жуық түрлері қарастырылған. Мерзімі 2 аптадан 2 айға дейін. Төмен баға, ыңғайлы сабақ кестесі, өндірістегі тәжірибеден өту, жұмысқа орналастыру. Знание Ақтөбе оқу орталығы, Уәлиханов көшесі 13, 31-ші кеңсе. Қоңырау шалыңыз 40 05 01.